Здорово, с вами Android. Android, сегодня хотел поговорить о раннере, который называется Jets. Мы будем управлять бумажным самолетиком и сделать все для того, чтобы пролетел как можно дальше. Ну, как вы видите, тут доступен режим Single Player, остальные режимы открываются, если мы, так сказать, как я понимаю, зарегистрируемся в одной из сетей социальных и зайдем с помощью нее. Давайте зайдем в Single Player. Так, и тут у нас есть один единственный уровень, называется Амстердам. Это такой город. И все остальные, к сожалению, еще недоступны. Наверное, их выпустят попозже. Давай, ну, выбираем Амстердам. Так, и тут тоже выбираем определенные виды этих самолетиков. У нас имеется только один самолетик, поэтому мы ждать не будем, а ринемся, так сказать, на нем в бой, в полет, так сказать. Помимо этого, мы можем дополнить всякие бонусы, усиления, но у меня ничего, к сожалению, этого нету, поэтому тоже полетим без них. А нажимаем и полетели. Нажимаем на play. И, так сказать, полетели вперед. А вот наш самолетик. А мы его каким образом управляем? Ой-ой-ой, куда-то у меня улетел, не туда. Окей, наконец-то он появился. Мы вот так вот свайпим, можем его двигать вверх, вниз. Мы собираем какие-то специальные марки, которые, так сказать, находятся в воздухе. Малейшее, так сказать, врезание, мы можем начать с самого начала. Имейте в виду, вот, и нам нужно, как понимаем, пролететь как можно дальше. Очень приятная графика, она действительно красивая, такая прикольная, хотя и выглядит несколько топорно вот эти различные здания, но все равно сделано офигенно, я вам честно скажу. Прикольное звуковое сопровождение тоже доставляет удовольствие проходить эту игру по несколько раз, тем более это раннер. Вот, делать больше, в принципе, чего не надо, видите, как красиво все сделано. Вот эти различные мостики, которые здесь присутствуют. Вот конкретно, видите, я запоролся, и мне придется начинать с самого начала. Но я мог потратить специальный бонус, который какие-то типа крыльев, да, но у меня, к сожалению, их было 0 штук, и поэтому я не смог, так сказать, продолжить дальше игру, воскреситься, так сказать. Вот. Прикольная, интересная игрулька. По поводу, давайте, плюсов. Конечно же, очень такая симпатичная графика, прикольный геймплей, да, прикольные самолетики, вообще все очень забавно выглядит. Такая расслабляющая аркадный раннер, в который просто летаете и пытаетесь избежать различные препятствия, которые у вас появляются на пути. Вот. По поводу минусов, ну, не знаю, минусов я в данной игре, в принципе, не заметил. Оценочку я поставлю, наверное, данной игре 4 с минусом. Ну, почему минус поставил, сам не знаю, вот просто хочу поставить 4 с минусом, я его поставил. Если вам нравится раннер, то обязательно советую в нее сыграть, потому что действительно офигенно все реализовано. А с вами был Android Androidыч. Всем пока, до скорых встреч!